Ну я по чесноку скажу, ну бомба же, ну она первый раз нихуя непонятно. Ну хорошая, ну типа, блин. Ну тяжелая, тяжелая. Ебать. Ебать стиль. Можно заходить уже? Сейчас, мужички, пару минут, дайте, чё, пожалуйста. Мысли? А, я просто не написал, да? На вам, держите, да. Я написал, если хотите заходить. Джотера? А как же все Виталики, ребят? Забыли. Не до тебя. Блять, всех останавливать. Там выгоднее, на самом деле, в той игре останавливать тех, кто срет. За это ручки дают разве? Да. Да, если да. Ты останавливал. Я всех останавливал просто, я всех ловил, блядь. Я ни разу не смог ничего плохого сделать. Ну потому я что ловили. А я насрал, был разочек, насрал. Я хотел из дома сбежать. Там... потому что за это, за то, что ты останавливаешь, дают вроде 1000 очков. Да, да, да. Ну там и 1800 давали. Там, сука, там мне, сука, кто-то обделал. Надо, короче, сбегать, когда все заняты. Мне, сука, кто-то обделаться не дал, блядь. Там было задание обосраться. Я обделаться хотел. Я тебе не дал обосраться. Нельзя обосраться, но мы обосрались. Пиздец, блядь. Ну что у меня за брат нахуй такой еще с моим же именем? Да у меня муж вообще придурок за это. Да. Муж еще придурок. Говнил все. Да второй папа все срал. Да потому, я уже все равно в детдоме. Вот этого лучшего себе забираю, он от тебя. Он тебе кружку будет подарок. Охуеть, он от тебя. Он от тебя говно подобрался. Теперь сам его. Рома, заходи. Чё там, лечи, что ты делаешь? Сейчас, я же 2 минутки, я же говорю, мужик. А, давай. О, бля, не, как же это было хорошо, бля. Это мега разъёбка, я считаю. Чё, все здесь, да? Нет, Ромы нет. А чё началось-то? В смысле? Я зашёл. А, всё, тогда всё, тогда запускай. Я зашёл, учу. Дядя Харон, всё. Так, ну всё, ребят, рисовать. Опа. Человек Пепси. Человек, блядь, конус. Добро пожаловать в Караколюзей. Здесь талантливые тренеры. Человек рыба, ебать. Телефон. Петушара. Мистер червивое яблоко. Аутсайдеры выбить тяжеловесов чемпионов. Настало время. Нихуя себе. Отвечаю, кто-то с членом чела нарисует. На этом первом этапе тренерам нужно нарисовать и назвать своего особого персонажа чемпиона. У них будет 2 инструмента. Ручка для рисования и толстый маркер для раскрашивания. Отлично. Господи, когда там слои? Не может быть, но вы... Нужно отправить. Таймер поставлен. Начинаем. Они придумали слои, не может быть. Так, у нас сколько, 2 минуты есть, да? А кнопку отмены они не придумали. Она есть. Нет, в плане удобную через Ctrl-Z они не придумали, очень жаль. Ну потому что это же на телефонах играется. Ну и что? Меня это не волнует. Как музыка хуярит хорошо прям. Я готов, блядь! А я вроде написал, типа, назвать. Так, ну, нажми, назвать. Там время очень сильно ограничено. Назвал, ну, у вас еще минута. Ок. У вас еще 50 секунд, ебать. Вы че? Очень мало. Да хуя, очень мало, реально мало. Я думал, больше будет.
А чё, я нажимаю «Называть», называю? Ну так и еще раз нажми на «Отправить», там будет кнопка. Ром. Ок. Там дальше должна быть кнопка. Ты нарисовал? Да. Нажми «Назвать» и «Отправить». Угу. У меня выходило. А у меня просто пишет «Ок». «Ок» нажми тогда. Нажал «Ок». Все, готов. Кто там червивое яблоко? А дядя Хару? Нет. Не, это не ты. Блядь, сколько времени еще? 25 секунд. Осталось 20 секунд. Игрокам нужно. А я не дорисовал. Я тоже. Рисуйте, рисуйте, 20 секунд. Все, Ром, ты сделал, Ром. Как в метро с 5 или с 8 раза. Фигня, мало времени. Телефон. Очень мало времени. Телефончик. На 8 секунд, ребят. 5 секунд. 4 секунды. 3 секунды. 2 секунды. Надо еще раз поставить увеличенный таймер. Не, ребята, не, давайте еще раз. Это, ну, да похуй уже, еще разок. Давайте доиграем. Аутсайдерами. Настройках можно у меня буква даже не ставилась. Ну что поделаешь, блядь, давайте да, в следующий раз еще одну запущу. Чтобы создать по их мнению достойного соперника. Посмотрим, как развернется драма. Ну короче, Пить, что-то надо сделать, я не понял. Да ребята, ну херня какая-то. Ты меня увидел, что ли? А я не понял, я не услышал нихуя тоже. Я понятия не имею. А, пронзируй противника и создай аутсайдера, блядь. А чё? Я не поняла. Ну написано, проанализируй противника и создай аутсайдера. Это классно, а чё? Ну. Что делать? Рисовать. Просто убираешь картинку, ок, нажми и что рисуешь. Что такое аутсайдер? А хуй его знает. Претендент. А, претендента? Мне это не помогло. Похуй, просто нарисуй что-нибудь. Херня, вообще херня. Надо заново играть. Ничего не понятно. Ха, бля! Я опять нажимаю «Назвать», слава богу. А сколько времени, ребят? 49 секунд. 40. Спасибо. Я не знаю. Конечно, это какой-то прикол. Я рисовать не умею, поэтому в таких играх я точно проеб. Да ничего страшного, блядь. Ты думаешь, все умеют рисовать? Вон там, тем, кто умеет рисовать, времени не хватает. Абсолютно не хватает времени, мне не нравится. Да там больше нравится. Надо время, чтобы подумать. Так. Внимание, 20 секунд. Назовите этих персонажей. Даня, ты моего что ли схватил, типа? Да. Ужасно. Давай, Рома, Дань, 5 секунд. Дань, 5 секунд. Так, ну смотрим, что там. Настройках можно вычитать. Пришло время для главного. Так, смотрим. Наш первый участник вступает в бой. Кто это, блядь? Зибалиба, нихуя себе! Кулачок! Нихуя себе кулачок! Он его сейчас схватит за херня. Бомба. Кого? Чемпион среди плюшевых игрушек. Кто его качает? Очевидно, что кулачок тут сейчас его как возьмет, блядь! Ну да. Кулачок сильный. Да все, тут пизда. Кулачок. Деньги, аутсайдер. Султан, на какого хуя Зибалиба, блядь? Кулачок, ебать! Нет! Жёстко! Чемпион среди плюшевых игрушек. Помиксил пенис, блядь. Опа, хуя стрел. Против шестерука, блядь. Нихуя. Шестерук хорош. Иллюминатов. Ебать, шестерук. Хуистрел. Нихуя, шестерук хуярит. Вот это каракули. Ебать, шестерук. Давай, шестерук, держись, блядь. Я за тебя. Шестерук, хуярь его. Ебать, шестерук откуячил. Хорошечно, блядь. Я шестерук хорошо. Все это лишь шестеренка в большом плане. Так. Кто там дальше, блядь? Покажите мне! На ринг выходит...
Чё? Пират? Чё? А чё мне название написалось, блядь? Мухаммед Али, блядь? Ужас. Мне, блядь, смеха не хватает. И чё? У меня был Джек Воробей. Так меняется, меняется постоянно. Ребята, я хотел назвать его Чернодыр. А это чё? Это чё, нормально? А мне нужен был Джек Воробей. Это бомба, бомба. Так даже лучше вышло, Саш, правда? Чё, это нормально? Гигачат? Так, гигачат против кого? Кашкамальчик? Ебать. Чемпион по первой любви. Ебать, хорошо. Хорошо, хорошо, я всех хуярю, мне похуй. Ты просто голосуешь, это без разницы. Ладно, ладно, кашкамальчик, я знаю, что ты тебя нарисовала, Настя, так что. Тут очевидно. Ебать, фигасчет хорош, кашкамальчик выиграл. Понятно, понятно, понятно. Выкмейл сидят. Так что там? Что там дальше? Там пиздец сейчас будет шагот. Против. Кого нахуй? Разъебыч! Разъебыч, блять! Однозначно! Пизда тебе шагот, блять! Там разъебыч реально! Сашка хорош! Шагот! Титаны рестлинга! Блять, покажите! Покажите моих уродов, блять! Я очень хочу этого! Сейчас будет, сейчас будет! Давай! Давай, Даня, запиздим! Че, кот? Нет, 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 ребят, это не мое! Вот это покемоны, эти белые по крутизне! Ебать! Ебать, псина кровожадная, нахуй, я... Блин, я против, если у меня против меня будет псина, я уже знаю, кого нарисовать. Панина, блядь! Нет. Не, псина это разъёб вообще, это пиздец, какая же она злая, блядь, тут из экрана агрессия чувствуется. Вы только на зубы посмотрите, блядь. Покажите моих уродов, все, сейчас будут определенно мои уроды. Гибкий слепый Фёдор, блядь! Тихо стою! Давай, давай, блядь! Давай, Фёдор, наебашь ему! Фёдор, давай! Фёдор! Блядь, Фёдор! Фёдор, хуярь его! Фёдор, давай! Давай, Фёдор, блядь! Давай! Давай! Фёдор, давай! Нет! Фёдор! Фёдор! Тихо стоим, победим! Пиздец! Фёдор! Он тихо стоял, а он не услышал, где он. Да. Сын отвал! Сын отвал! Так! А почему два? И против два? Это должен быть пунш, блядь! Давай, свинасвал, давай! Передави его нахуй! Задним ходом, как ты любишь, свинасвал, давай! Блядь! Давай, свинасвал, переедь его! О, бля! Давай, свинасвал! Я ебал, я с компа буду играть, нахуй! Давай, свинасвал, переедь его! Да ёбаный в рот, 50 на 50! Что ж вы меня не любите-то так, свинасвал, это жестко! А, бля, свинасвал! Я верил в тебя! Он по посягу, давайте посмотрим на результаты! Ну там, Сань, и будет разъёбка! Я все равно считаю, что рестартно, даже несмотря на то, что я на первом месте. О, блядь. Заиграем уже. Времени мало очень. Чего, блядь? Чего это сверху написано? Создай чемпион... А, это просто, блядь, этот... Там сверху еще надо написать, типа, какого титула, блядь. Вы обращали внимание? Там написано создать чемпиона кого-то. Всем пофиг, всем пофиг. Понял.
Блять, я снова отправляю название, пишу название, он нихуя не читает. Уёбок, блядь. Ё-моё. Хуй знает, если, блядь, не пройдет, я ебал это все в рот. Внимание, 20 секунд! Назовите этих персонажей! Блять, я надеюсь, свинослал еще кого-нибудь задавит, нахуй. О! Сразу же конкуренты. Про 4 секунды, бойцы. Ура. У меня нормально отправилось, ура. Вопрос, законтрит тебя или не законтрит? Это всегда, знаешь, что это опасненько всегда. Осталось 20 секунд. Ну собака это был разъёб. Сейчас собаки полезут. Те, кто этот в прошлых раундах выиграл. Пиздец. Бля, как же вы убили Федора, ребята? Мне так грустно, блядь. У меня все ставки были. Все ставки Настя, были на Федора. Настя, я сразу прошу прощения. Это второй раунд. А значит, пришло время для замен в командах. Опа, замен в командах. В матче будет дополнительный поединок, где игроки смогут поменять своих персонажей. Нихуя! Бонусные очки удваиваются, а голоса за два поединка будут суммироваться. Ничего не понятно. Похуй. Давайте начинать с нашими первыми двумя бойцами. Кто, кто? Кто, чье имя можно назвать? Поля под мостом хранитель! Чемпион среди живущих под мостом. Ну блин, ну тут имба. Готовьте лед, быстрее! Толя сразу показал свою силу! Толя сразу показал свою силу! Может ли он остаться на коне? Толя разъеб! Но это еще не все. Опа, не все! В очереди битва за следующий титул! Чемпион среди боссов под прикрытием! Нихуя, давай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А, можете сменить персонажа! Обалдеть! Я этого не предвидел! Блин! Не надо было менять. Опять шестерку вылез, блядь. Не надо было менять Зеливу. Зачем? Султан, реально не надо было. Зачем ты поменял? Их связывают прочные нити. Ебать, сейчас я 2-2 пошло. Два новых участника появляются на ринге. Кто это, блядь? Картофелодавилка, картофельный боксер. Чемпион крошки-картошки. Чемпион крошки-картошки, давай, давай. Ебать, картофелодавилка хуярит. Да, остановитесь, блядь, боксер, держи удар, как ты умеешь.
Мы огласим победителя после следующего поединка. Опа, нахуй. Чемпион по отпугиванию всех вокруг себя. Нихуя себе. Ну, я выпускаю свинасвал, блядь! Свинасвал, дави его нахуй! Свинасвал, давай его нахуй, дави! Дави его! Блядь, свинасвал! Нет, разгоняйся, свинасвал! Ты можешь зайдут, они не поймут, чё. Пиздец, да за что вы так со свинасвалом, блядь, люди, это свинасвал! Вот наш следующий поединок. Кто там, блядь? Ушлёп. Ушлёпа. Гуду хурнит джейл. Чемпион свиданий. Ой-ой-ой. Реально весь чемпион свиданий. Блять, ушлёпок. Так, ну что, свинасвал кто-нибудь оставит? Все изменить. Чемпион по страху обязанностей. Пиздец. Будут ли игроки кого-то менять? Пришло время это узнать. Ушлёпка надо менять стопудово, блять. Притормози. Надолго ли он останется? Уходи отсюда, лукоблуд сраный. Шлёпок. Согласен. Победа в одиночку. Какое шоу. Разъебал. Ну тут имба, человечек имба, блять, вышел. Пришло время для следующего поединка. Сос. Чемпион по позитивной... Сука, мне не... Это смайл фейс, блядь! По позитивной ауре, мужики, это смайл фейс, блядь! Я ебаку... Ебай, вы чё нахуй? Ебать, задавили! Задавили, пиздец! Спасибо, бля! Пришло к этому поединку! Чемпион по пьянству! Опа, нахуй! Ребята! Нахуй! Сука, я выпускаю, блядь! Пуджа! Ребята, ребята, предыстория слепыша Фёдора, он пропился самогона и лишился зрения. А переголосовывайте. Уже. Блядь. Пиздец, суки, вот Олег на... История не имеет значения. Пиздец. Бля, всех моих персонажей засрали. Всех моих персонажей засрали, пиздец. Обменчик против Ричо. Чемпион среди высоких. Блять, обманщик. Только я ебал, блять. Название не пишется. Вот типа нунчаки держит. Он вырывается вперед. А, он типа показывает. Теперь они будут понял. Бороться за этот титул. Чемпион без личности. Это совершенно. Нихуя! Ебать, давай! Я за кулачок. Разъёбыч. Кулачок версус разъёбыч, блядь. Дань, ну я за кулачок, брат, я за кулачок. Кулачок разъебал. Разъёб, чемпион без личности, кулачок. Двигаемся дальше. Ох, блядь. Сука, дядя полицейский против губничека, блядь. Это дядя полицейский, господа. Среди хипстеров. Ну блин, охуенно рисовано, с перспективой еще. Ну сейчас поменяют, блядь. А вот и следующее состязание. Сейчас кошка-мальчик. Вылезает кошка-мальчик. Даже не менялись, да блядь. Похоже, все кончилось. Пиздец. Полицай, держи удар, полицай, давай, держи его. Держи удар, блядь, держи удар. Я поставил на тебя все кровные, блядь. Я ебал, блядь, меня нихуя не пишут, блядь. Один против всех. Ничего больше не... А у меня все, кстати, бойцы выбыли нахуй. Со свиносвала убили, блядь. Так грустно. Блядь, осталось только наблюдать. Чемпион. Ох, один из них получит титул чемпион косплея. Да, выиграли, блять, просто нахуй в ноль сразу. Ладно, Чипик, держись, держись, я голосую, держись, держись, Чипик, держись. Теперь настало время определить. Бля, я в эти моменты вообще. Чемпион по отчаянным попыткам удержать. Да оставляй Чипика, в этой категории он выиграет. Произошла замена. Нет.
все изменится. Бля, ну кошка мальчика имбанули. Чипик, держись, вгрызайся ему в глотку, Чипик! Вгрызайся ему в глотку! Блять, кошка мальчик! Так вот кошка мальчик Чипика и уделал. Блять, Саша держал удар на Чипика, блять, держал его. Кулачки держал. Давай, ты на свал возрождения, блять, трава пока. Трава! Против мультик. Чемпион рассудительности. Ну. Ну трава рассудительность. Ну трава не может быть. Еще он это. Позит цапля. Бля, ребят, нет, тут без шансов, тут трава выиграет. Потрогай траву, блядь. На очереди следующий титул. Чемпион семейного ужина. Трава выиграла. Нихуя себе! Нихуя себе! Ну вы меня извините, блядь! Я походу пизда вообще! Неужели это все? Собака загрызла, блядь! Чемпион семейного, что? Почему это? Что это вообще такое? Только в злобе, ребята. Ну что, собака. Все? Итак, друзья, это был последний матч. Да все, Настя выиграла. Там у меня. Меня пиздец выбили просто, блядь. Ох, ебать! Настя выиграла. Пиздец, там трава выиграла! Старые персонажи тоже могут своей участие. Похуй. Так, ребята, больше времени просили. Где? А что, это же самое? Давайте что-нибудь другое. Я все. Ну да, иди, если хочешь, иди. Я предлагаю тоже. Покедова. Давайте последнюю вечеринку и все, и хватит на сегодня. Я предлагаю еще гладиаторы, блять, и потом вечеринку. Согласен. Ну, полдавай. Хотя вместо гладиаторов я бы что-то другое. Пока. Я бы тоже, я как гладиатор, мне именно. Ну, если не понравилось, то не понравилось, что теперь, блядь. Не, было неплохо, но одно и то же лучше. А на пальцах что такое? Да хуйня на пальцах. Давай восьмой тогда, открывай. Там, да, не восьмой там, по-моему. Я подавлен, мой летающий хуй никто не оценил. Так ты зачем? А ты зачем на него поменял потом во втором файте? У тебя там нормально. Я не знал, что делать, как играть. Я думал, надо обязательно менять, блядь. Я вот... выбор давали. Я вот в файте этот, когда с кулачком... Я уже в ва-банк пошел. Там, конечно, там разъебыч вылез. Ну да, там. Там без разъебыча вообще без шансов, нахуй. Не, ребята, игра, конечно, хорошая, но, блядь, разъебыч, конечно. Ну да, блядь, никто не оценил, нахуй, свиносвал. Это так было грустно для меня. Никто не оценил, блядь. Да, блядь. Я оценил, блядь. Свиносвал не смог выбрать только один. Я вот думал, надо, короче, вместо кулачка, с кулачком, короче, играть чернодыра, который чё? Ну классное же имя, чернодыр. Чё, ребята, надеюсь, все Виталики, да, этот? Так, а чё ты запустил-то? Смертельная вечеринка. Рублю, блять, я вам сделал все нахуй. Кот уже скинул, ребята. Отлично. Кто, блять, признавайся? Кто? Кто, блять, кто? Кто, признавайтесь, кто? Кто? А, подождите, а как выйти? Эскейп. Ну все. Там похуй, я буду смерть. Отлично, блять. Кто Виталямбус? Блядь, ну, признавайся. Кто Виталик хуй? Кто это? Нурсултан Серкибаев? Бексултан, это да. Виталия, ну это Настя, наверное. Это Данечка? Кто Виталия? Виталий Чан, это Даня, а Виталия это Настя. Хорошо, все здесь. Даню порвало. Нас раскрыли. А не скипнем. Все знают, в принципе. Ну, я не знаю. Надо на вопросики отзываться. Ну, где когда? Что где когда? Я на тебя прикалывался. Опять рандом от ума будем отличать. Лишь один из вас останется в живых.
Также я пытаюсь сделать вид, что это законный отель, так что кричите поменьше, чтобы не мешать гостям. Заранее спасибо. Ну что ж, вопрос первый. Сейчас на первом вопросе сдохнем. Где находится больше калорий? Используйте свои устройства, чтобы ответить на вопрос. Видите, мне кажется, и правильный ответ это... Кто ответил правильно? Серьезно? Отлично. Ебать. Остальные? Ебать, ну сейчас первым все отлетаем. Да, давай, Зак. Это ж масло вычурка. Добро пожаловать в комнату 113. Я все надеюсь, что вам понравилось, будут подарки. Нет! 5 секунд не писать. Тихо, тихо, тихо. Все, тишину сделали. Письмо. Напишите как можно больше из того, что я скажу. Тот, кто напишет меньше всех, сдохнет. Вам повезло, что это такое хорошее письмо, которое я начинаю прямо сейчас. Господин привидение, прекратите бродить вокруг меня. Возвращайтесь в беспросветную тьму. Пощадите меня, я умоляю вас. О, Господи, нет, не надо. Неужели это конец? Нет, не убираю. Спокойной всем ночи. Время вышло. Теперь я возьму свою красную ручку и посмотрю на все. И вот что у вас получилось. Реально плохо. Я не смогу отправить такое письмо. Вы смеетесь надо мной? И кто-то умер. Даня? Нет, это Настя. Это Настя умерла. Даня Настя, улетел вверх. Настя, ты опять знаки препинания соблюдала? Не пугайтесь. Нет, Настя выиграла наоборот. Она ответила правильно. Она специально умерла, чтобы больше не играть в эту игру, блядь. Или нет, или блядь, они... Я запутался. Я запутался. У меня, блин, руки все заняты. А, это Даня уже? Так ты сам говорил оливковое масло. Если мне платили рубль за каждую кость вашего тела, то купюру с каким городом я смогу получить за одного человека? А как? Надо знать, что на компьютерах нарисовано, да? Не на компьютерах, на купюрах. Ну, на купюрах. Надо знать, сколько костей у человека и... Вроде 200, по-моему. Кто выбрал? Вот это! Да, это хотел Севастополь. Все вы облажались. Отлично. Вижу Питер, выбрала Питер. Дайте подарки, подарки, пожалуйста, подарочки. Самое веселое это подарки. Нахуй подарки. Да, подарки! Студию! Здесь никто не умрет. Мне надо бы избавиться от этих ужасных семейных реликвий. Выберите коробку и заберите подарок. Ой, кому-то сейчас повезет. Серьезно? Повезло. Это одна из старых бомб дяди Клайва. И теперь тебе надо отвечать на вопросы гораздо быстрее. Ну, если ты не... У тебя 20 секунд нахуй на вопрос, блядь. Идет. Ты сделал это. У тебя в сумме 20 секунд. На все вопросы. Они будут уменьшаться. Моя мама раньше говорила... Охуеть, ты спасибо! Спасибо за этот подарок черного цвета 20. Там не так много вопросов, Рома, осталось. Да, я знаю. А по-моему, если он умрет, он кому-то ее отдаст. Надеюсь, тебя, Артем. Привидение, вы не будете бежать, играя в Пэкмен. А, нет, я дурак. Вот это! Да. Остальные, идем со мной. Я был зеленый, потому что любимый цвет. Сейчас будет весело. Каждый сейчас должен выбрать лифт. Если вы все выберете одну сторону, вы все выживете. Но если у нас будет неровная ситуация, я убью всех на более тяжелой стороне. И да, так как у вас здесь четное количество, я добавлю немного тяжести одной из сторон. Залазь, это человеческая делаешь. Природа, находить консенсус. Или нет? Все вправо ушли. На чью сторону вы перешли?
Вот так наебали, это просто. Ну поэтому это залупа. Так чё вы не договорились-то? Пошёл нахуй. Чтобы заполнить его и завещать своё имущество игроку. А давай, Рома, скорее кому-нибудь. Артёму! Туда ему нахуй, за его выебоны, блядь. Надеюсь, ему, да? Когда игрок, держащий одну из реликвий моей семьи, умирает, он может заполнить завещание. Так, Ромочка, я так надеюсь, что это Артёму. Да, хорош, господи, как же ты хорош, блядь. Подарки, блядь, подарки, нахуй. Блядь. Подарки, нахуй, реально. Подарки, блядь. Подарки, подарки. Мы прибыли. Когда в живых останется лишь один игрок, мы перейдем к финалу. Следующий вопрос. Какое растение растет быстрее остальных? Ебатизичный. Кто выбрал вот это? Пиздец. Все живые игроки. Я не зря в Майнкрафт играли. Это было слишком легко. Я не играл, единственный пиздец. Да ничего страшного, ты все равно умер, как и я. Кто ввел в русский алфавит букву Ё? Роберт, попить! Роберт, попить! Роберт, попить! Я не знаю, она рандомная. Ребята, Роберт, попить, отвечаю вам. А мы до этого уже не выяснили. Может... Так нечестно. Роберт, попить. Кто выбрал? Роберт, как попить. Классно, да? Иметь время на подумать, да? Блин. Роберт, попить. Игроки, которые еще живы. Настало время последствий. Подарки, блин, подарки, я подарки! Самое обидное, да? Я учусь, блин, на филолога, мы это не проходили. Сотрите защитный слой в клетках и найдите три значка доллара. Если не остановитесь на этом, я вознагражу за каждый дополнительно найденный доллар. Но если сдохнете, вам пизда. Если попадется хотя бы один череп, я сотру вас. Мы насрать можем? Начинаем стирать. Да иди нахуй! Первый же! Пиздец! Ебать, хорош, Султан! Вы могли бы взять больше денег, стерев еще. Сука, я на Артема, блядь, ты единственный. Я не буду ничего трогать. Я на единственный Артема, блядь, бабки поставил. Да ему везет, видишь, да просто давай. Вот и все. Давай, давай, стирай, заебал. Да, давай. Я иди нафиг. Я должен стирать с бомбой. Я кончен. Бля, пусть он взорвется нахуй прямо сейчас. От своего подарка ебаного. Весело, когда вы не стираете больше клеток. Если у тебя проигрышный билет, следуй за мной. Чик. Застрелили. Я один остался? Да? Давай, с бомбой, тяни. Остался только один выживший. Поможете мне сбежать. Не поможем. Что это значит? Кто еще не верит в удачу Артема? Что там только с вопроса про счастливое вместе выпадали, блять? Но сбежишь ли ты отсюда? Я хочу сбежать. Сейчас я дам первую категорию. О. Локации в Игре Престолов. Я не смотрел. Выберите ответ, который подходит под категорию, и взглянем на правильные ответы. За каждый правильный ответ вы передвигаетесь на шаг вперед. Ну, звучали правдоподобно. Ты на пути к выходу. Но ты здесь не один. Если призрак догонит тебя, он украдет твою жизнь, затем он сможет сбежать отсюда и выиграть. И вот вопрос, который звучит для всех. И призраки получают третий вариант, чтобы они могли догнать тебя. А я не помню. Таракан, таракан, тараканище. Время почти. Полный вперед! Идем дальше. Отстань. Средневековое оружие. Тарч. Я не знаю, что такое тарч. Это щит. Полный вперед! Мне нужны вопросы посложнее. Дайте мне с бомбой сбежать. Съеденный Робином Бобином Барабеком. Бля, я не помню, что это? Кто это? Полный вперед! Это та
так захватывающее, я сейчас взорвусь! Иронично, да. Хорошо, что здесь таймер не тратится на бомбе. Ну, было бы очень смешно. Продукты пакета Adobe Creative Suite. Не знаю, что такое Final Cut. Пример прону, скорее всего. Да. Я на это не рассчитывал. Сколько там клеток осталось? 4 клетки! Правители российского государства, руководившие менее 10 лет. Я не знаю, сколько Александр правил. Время почти вышло. Саня тут, наверное, улетит. А, никто! Никто! Это так захватывающе, я сейчас взорвусь! Танька, Сань. Знаки препинания. Время почти вышло. Что значит перевернутая запятая? Мне просто даже интересно. Я тебе поддаюсь. Двигайся! Нет! Моя бомба! Я должен бежать с ней. Карты Таро. А, бля, я обосрался. Ну ладно. О, да, в Киберпан играл. Знаю. Очередная. Нет, это не выход еще! Не так. Пожалуйста. Быстро. Тебе нужен идеальный ответ, чтобы сбежать. И теперь я добавляю третий вариант. Без понятия. Пожалуйста. Да! Я сбежал с бомбой. Кто не верит, а чёрт? Кто не верит, вот это чёрт, Артёма, отзовитесь. Ну, блядь, так они все верят, ёбаный свет. Фух. Виталик, не выходи, Виталик, погоди. Не выходи! Чё, чё ты хочешь, блядь, ребёнок ёбаный? Это не конец помощи. Всё это. Всё? Всё. Стой, 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 там уже поздно. Началось? Уже поздно, Артём. Без шансов. Я тебя поздравляю. Погнали! Молодец. Погнали последнюю, ребята, какую-нибудь хуйню. Погнали, погнали. Телостовенького. Обиделся. Я даже не на кнопку. Это, блядь, импостеры хуёстеры. Я бы что-нибудь лёгенькое какое-то. Корабль смеха. Не, корабль смеха это так. Корабль смеха, там стендапы надо эти. А давайте эту, как вчера ты это, что там, со словами-то. Бредовуха? Вы пропустили секретную концовку, сука. Да нам похуй. Нет, нет, не... Бредовуха, где там еще надо было и слова-то написывать разные. А, блядь, все готовы на бредовуху? А, да, кстати, нет, это не бредовуха. Этот он имеет в виду, это собеседование где? Да-да-да-да. Бля, давайте, давайте. Погнали собеседовать. Ну, погнали. Артём пошел в дотку, лох. Так, ну, он обиделся, видишь, мы, блядь, пропустили что-то. Ну, ты как лохи, блядь. Согласен, Султан. Ну, бля, Султан, как же ты... Как же ты хорош, Султ, как же ты хорош. Такие долбоёбы, эти ебаны. Бля, Султ, как же ты хорош, бля, как я рад. Золотой человек. Я вон играю, блядь, во что нахуй. За работы. Никуда. Подожди, семейный фильтр есть. Не надо. Модераторы. Доступность, субтитры нахуй. Подождите момент, сейчас я чаёкся навалю. Давай. Я вам таймеров. Я вам таймеры хуйнул побольше. Уич. Тут по-другому не скажешь. Не, ну а чё, с другой стороны обижаться? То, что ему секретную концовку не показали? Ну, блядь. Какая-то там секретная концовка. Она не появляется сразу. Хули, откуда нам знать? Если слишком много, кто-то может присоединиться к зрителям. Я обещаю, это будет дальше захватывающе. А, бля, рисовать надо. Надо место для имени. Тина. Любимая мама. Заводчанин 2. Любимая мама. Заводчанин 1, заводчанин 2, блядь. А где? Кот. На экране. Я вам этого не говорил, но Ваня и Ира теперь встречаются.
Бля, его они и Ира встречаются, знали? Кто эти люди? Ну, мои. А, они и Ира, бля. Завочанин 3. Отлично, так и начнем. А кто второй завочанин? Понял. Привет, дорогие кандидаты! А, у нас не играли. Пусть Султан слушает. Эту потрясающую работу. Если вы не поняли, я здесь босс. Но представляю себя как друга. Босс-друг. Воды? Кто-то уберет. Вы все хорошие кандидаты. К сожалению, вас целая куча, а работа одна. Это огромный стресс для меня. Поэтому я использую свой революционный процесс. На... Как тебе презентация, Сул? Я проведу собеседование для вас всех и попрошу вас друг друга судить. Ух, мне уже стало легче. Верочка, почисти календарь. Пора познакомиться с кандидатами. Пора, пора. Первое правило босса... Это был просто забитый хуярь. ...сотрудников. Так что подготовьтесь отвечать на вопросы и вперед. Я отправлю вам вопросы разогрева. Отвечайте как хотите. Правил нет. Кроме одного. Напишите более 5 слов, ладно? Чем больше слов, тем лучше. ...слова, чтобы на вас можно было положиться в офисных сплетнях. Это мое первое правило босса. Все, пора писать, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Бля. Вашего времени истекла. Ой, это кто такой? Гигачат какой-то зашел. Какой гигачат? Ты про этот, про факс, блять? Да-да-да. Ты уже картинки смотришь или не пишешь нихуя? Нет, я просто у меня параллельно. А-а-а, понял. Образование исправлять наше все. Да. Удачи. Гибкость. Прикосновение — это приключение. Так, в Геншином пакте ивент выполнил? Выполнил. Можно его включить. А, вот оно какое. За 5 часов до конца выполнил. Лучше, блядь. Любимая мама и второй завочанин. Ребята. Ожидаем. Любимая мама и завочанин. Давайте-ка. Что там пишут, нахуй, страшно? Там кулер, блядь, уже обливался. Кулер уже обливался, и цветочек вырос. Тут цветочек вырос. Тут цветочек уже. Завочанин номер два. Все. Разъебка. Теперь отсортируем ваши ответы. Разъебка. Сейчас будет хорошо. Ооо, хорошо. Сейчас будет вообще бомба. Сейчас будет с кайфом. Теперь мы знакомы, и я отправляю вам жесткие, но справедливые вопросы для интервью. Но вместо написания ответов, вы будете отвечать на вопросы, используя слова других участников интервью. Вам это нравится так же, как мне? Жмите на любое слово, чтобы добавить его в ответ. Если вы ошиблись, нажмите снова, чтобы его убрать. Вы можете перетаскивать слова. Я сколько ясно овощей хочу. Не можете подобрать нужные слова? Тогда скажите что-нибудь другое.
Первое правило босса — сделай хотя бы что-то. Ясно. Любимое просто. Кто, блядь, твёрдые знаки писал, дуры, блядь? Что за ужас? Кайф. У меня Type Error Cannot Read понятно. Короче, господа, я одну проебал. У меня потому что, короче, ошибка. Ребят, больше запятых, пожалуйста, я кое-как запятую нашел. Ой, у меня там вообще такой кайф, я не знаю. По-моему, половина текстов это, ну, короче, знаки препинания. Твёрдый знак, блядь. А, первое что? Настя, там Ленин был такой вопрос? Нет, у меня было штук 20 точек, наверное. У меня, блядь, 50, нахуй, твёрдый знак, отпевай. И шашлык, блядь. Ну всё не политика, дура, ребята. Мне кажется, ли дохуя времени дают? Да. Да, это Виталик сделал. У кого там твёрдые знаки были? Не за что. Что заставляет вас с радостью вставать по утрам? Что заставляет? Вообще мечта охуеть жестко. Я, блядь, ненавижу вставать по утрам, потому что... Отдайте ваш голос. Виталичка, хорош. Синергия, блядь. Круто. За использование слов от трех разных людей полагается... Спасибо, блядь. Полагается бонус, нахуй. Плюс 50. Псина, любимая мама, Звучанин 3, блядь. Как вы планируете добираться до работы? Выбрал не ту дверь под 2 дверка, я смотрел гипотезы Гитлера Херингтона. Берешь Артема в парке и насовываешь его в пуканы очень сильно. Берешь Артема в парке и насовываешь его в пуканы очень сильно. Блять. И не будто лишний. Жалеете больше всего? Больше всего, где живет жирный Арнольд Шварценеггер, а пират фу выебет тебя. За пиво похуй. Это у меня, блядь. Спасибо. У меня залагал. За пиво похуй. Назовите одну причину, по которой мне не стоит брать вас на работу. Так. Я Гершин очень сильно люблю котов и персонажей Псин очень сильно, очень. Охуеть, Сан, сейчас съел Клим, охуеть. Подождите шашлыка. Охуеть, Сан, сейчас съел Клим. Съел Клим. Обращайся, Сан, обращайся, блядь. Молодец, блядь. Что такое успех в вашем видении? А здесь красивые игры не запретили, лишь лошадь. Пирожок Харрингтон за телевизор по 2 пивка, дружок. По 2 пивка, дружок. По 2 пивка, дружок. Не, ну по 2 пивка, дружок, это реально, блядь. Ты даже не поспоришь. Что вами движет? Кашу манную бежал до кровати и Гитлера Путина похуй. Кайф, пиздец и собаки.
Там кто-то этот, кратко сестра таланта, блядь. Блядь. Я не замру. Хороший босс понимает, что люди — это больше, чем цифры. Но цифры не самое главное, поэтому давайте посмотрим. А что, все по одному-то было, кстати? Любимая мама. Мне кажется, или этот отчет скучный? Время для нового разогрева? Новый разогрев, ребята. Давайте, насрём еще больше. Там уже просто... Там будут одни точки, пожалуйста. Наложите слов на эти кости. Трех будет достаточно. Честно. Саша, я люблю тебя, пока. Саш, спасибо. Пожалуйста. Господа, кто срет? Прошла половина вашего времени. Еще. Я вместился. Понятливость. Проросли, это правильно. Мечтательность расстроенным не ждет выходных. Ебать! Там нихуя, она голову меняет! Бля, хоррор! Не, говорит, не надо менять! Кстати, да. А почему у нее стол такой упоротый, нахуй? Ну, потому что он тоже человек, блядь. Он тут нахуй, он, его тоже приняли на работу, блядь. Мне это так нравится. О, нет. После какой фразы приняли на работу? Бля, ребята, что? Мои слова, которые попадутся человеку, это пиздец. Я хочу там понять, просто разъем. Вы справились со сложными рабочими ситуациями. Помните, вы можете использовать в ответе любое слово. Наш сын не мог есть тебе вчера. Даже из вопроса можно взять. Жаль, что я не задавала эти вопросы тому степлеру, которого мы отпустили. Что? О, господи. Султан, ну ты, конечно, да. Это мои слова? Да. Пиздец. Блядь, ну что за писеньки-писосеньки, блядь, и нахуй, чё ебать? Прошла половина вашего времени. А просто знаки, блядь, просто буквы никого не смущают, нахуй. Там, блядь, видно. Нет, блядь, что это такое? Я просто, блядь, всю клавиатуру нахуй протыкнулся. Там кто-то, блядь, реально просто буквы нараставлял. Там кто-то начал эту моду, блядь, теперь все буквы просто хуярят. Это я всю клавиатуру просто протыкал через пробел, мне похуй. Отлично.
путешествие, спасите десятилетий. Ладно. Ой, блядь. Ну вообще, Султан, ну ты, конечно, вот эти буквы накидал, зачем? Что-то ну, я там такие сочинения написал. Правильно, записной, найдите свою силу. Будь проклят тот, кто буквы просто... Да нет, я не писал буквы, клянусь, блядь. Золочанин 2 остался только. Буквы я не писал, я долбоеб, я писал слова. Итак, время работы. Да. Так, ну-ка. Этот колотур офиса успешно подсунул вам подушку-пердушку. Все смотрят на вас, как вы отреагируете? Так. Внимание, желание пить побольше больше пива и точка за мир. Обычно начинаем бегать, а там я как бы пойду, как пойду. Там агам что я запитаю, блядь. В этом раунде хорошие ответы принесут вам еще. Я не могу без запятых. Я делаю запятые, Настя, не переживай. Я тоже запятые делал. Ребята, ни одной нахуй не ставил. Ну, понятно сразу. Сегодня Хэллоуин. В каком костюме вы придете в офис? Костюм собаки, ебать, Шварценеггера. Маленький тугосерик, пузожитель. Хэллоуин, я дохуя заплакал. Заплакал, а нихуя, вот эффект мяса. Маленький тугосерик, пузожитель. Да вот мне юзлесные слова. Будь проклят, то вот вообще вот эту херню со знаками идеал. Вообще не было. И вот ни тугосерика, ни пузожителя не было. Это моё, блядь, маленький тугосерик, пузожитель. Ваша приглашает вас на его стендап выступление. Да, что ты красава, блядь. Пойти посмотреть на стендап выступление, а я верил на в деда и похуй огурцы. Мужики, уёбки, давайте бухать, а я срать за Гитлера, уёбки. Блять, срать за Гитлера, давайте бухать, а я срать за Гитлера. Это новый трек первого класса. Вы на общей рыбалке, и у вас кончилась наживка. Что вы будете делать? Опять будь проклят. Грязь кончилась, наживка нихуя не стала, надо взять мясо. Чел умер в конце драйва, теперь его хочет трахнуть офицер ПРБ. Что? Там рыбалка. Как забавно, что справа там все мои слова. Рыбалка. Вижу, вы взяли слова из запроса. Вы можете использовать практически любые слова, которые видите на своем устройстве. Саня, спасибо. Одно, блядь, слово. Любимая мама. Вы подозреваете, что украшения для корпоративной вечеринки нарушают правила пожарной безопасности. Что вы будете делать? Как сцена пожарной безопасности начинает снимать, как крест жесткого разъеба. Я выключаю свет и похуй. Блин, за что проголосовал? Я выключаю свет и похуй. В офисе сейчас проводят дезинфекцию, но вам нужна важная папка с вашего стола. Что вы будете делать? Билли Харрингтон в драйве хочет трахнуть павлиныши. В офисе я проводил дезинфекцию, но вам нужна важная папка. Я будете превращайтесь в атомную энергию и пугательную энергию, как мой тугосерик. Сука, кто с ошибкой написал для превращается, дебилы? Как мой тугосерик. Блять, как мой тугосерик, блять. Ой, блять. Блять. Это было блестящее зрелище. Посмотрим, кто мой фаворит. Кто мой фаворит? Выключить свет и похуй. Золочанин 3 выбрался вперед, блять. Знаете, что сейчас было бы неплохо? Провести еще один разогрев. Блять, это заебало. Да куда там еще один, блять? Пишите то, о чем подумаете. Да мы так и делаем. Не подумайте о французской романтической литературе. Я как раз. У нее юбка. Сообщаю вам о том, что половина вашего времени прошла.
любимая мама. Закончите свой ответ, пока время не закончит. Кстати, это все считается вашим инструктажем. Спасибо. Итак, это финал, и кажется, мы про что-то забыли. Да и хуй с ним. Резюме? Может, моя вина. Стул, который все сортирует, заболел. Но знаете что? Мне не нужны резюме. А реально, нахуй не нужны. Вы закончите личную карточку, которую за вас уже начали. Отлично. Никакого давления, но это ваш последний шанс, и от него многое зависит. Я хочу вчера обед сделать. Я рагу из овощей. Тварь, а. Похуй. Гений креативный, да. Половина вашего времени прошла. А покажут, кстати, воп... ну, типа... Эти, тексты к загревке. Нет. Нет? Увы. Я там такого написал, вы бы пообожались. Я бы вычислил того, кто твердые мягкие знаки ставил. Я там написал про то, как в квест-комнату захожу, раздеваюсь, свет выключает, и я бегаю голым, блядь, под квест-комнату. Выключаю свет. А я писал про этот, про свой любимый фильм. Зачанин 2. Где там батя умер, как Райан Гослинг. А я писал про то, как этот самый милый поступок ребенка, как только серий какает и писает, блядь. Это вы про что? Это в разогреве вы все мы были. А, последним финале? Не, прошлое. Давайте. У меня есть маленькая дочка. Мне нужны трусы и штаны. У меня есть шаг туго серик, тьфу. Маленький подожитель, жесть. У меня есть маленькая очко, Артём, у меня нужны трусы и штаны. У меня есть шаг туго серик, тьфу, маленький позажитель, жесть. Бля, у тебя чё за очко, Артём, блядь, так мало? Он сам виноват в том, что ушёл, блядь. Чтец. Меня ощущение, не ждите подставы в толчке, там уёбки. Мне нужно внимание и ощущение своей манной кашей хуярить всех. У меня есть, девочка красивая, жить не запретишь. Мне нужно впечатление, одна грязь в конце. У меня есть ощущение уныния, ждите подставы в толчке, там уёбки. Вот это так трудно. Внимание, ощущение своей манной кашей хуярить всех. 2-2, у меня и там слова. А нет, там не было слов. У меня есть тети Тругайдугулики, молодые самочки и пирамиды, шокирующие Гитлера. Мне нужно трахать собак и женщин. Ну, короче, желание. У меня есть... Мне нужно собаки. У меня есть тети Тругайдугулики. Молодые собаки. Меня рвёт. Мне нужны собаки. Стильно, бля, ебать, 900 очков. Собаки. Мы все справились лично, но один из вас справился отличнее, как остальных. Золочанин 3 с победой, блядь. А кто Золочанин 3? Пирамиды, шокирующие Гитлера, блядь. Золочанин 3. Ты уволен! Ты наш новый руководитель намерений роста. Ты уволен! Добро пожаловать! Нихуя. О, и Настя.
ты уволена. Настя, пока! Ладно. Покажите, что написал, нахуй. Слова использованные. Внимание, я трахнул манной каши 80% населения. Зель трахнул вас у ёбки. Взяли подстав в точке. Хуярить. Я писал, это я писал. А можно дальше? Как мой тугой серик какает, ни тебе не видел. Мой маленький пузожитель, тугой серик, малышочек какает, в кисоньки его убирать. Так, ну-ка сейчас, не скипай сейчас, кто это тварь? Эй, ты выбрал не ту дверь, дружок, подойди сюда, пивнем пивка под найткол, будет смотреться, как два Билли Хэмилтона за баром. Так, дальше. А кто за вечерин 2? Это Даня. Даня. Завочень, точка пробел вопрос, конечно, насрём в чатике побольше. Давайте, мужики, срать, бухать, пить пиво, трахать собак и женщин по желанию. А кто завочень? Это Рома. Точка пробел вопрос. Завочень, вообще взять палатку, да побольше. И вообще надо взять мясо шашлыка и вообще... Понятно, Рома. Неплохо. Ну обычно я начинаю снимать штаны и тусы и бегать по гастрому, а там дальше как пойдет. Наверное, меня в жопу начнут трахать. Дальше, еще. У меня музыка хорошая. Внимание, я трахнул 80% населения. Блять, может, там еще, блять, это там был.